Привет всем любителям хорошего звука, с вами Левчук Александр, канал Звукомания, и в этом видео я расскажу про ЦАП Audio GD 1138. Он такой же практически как 1128, как R2, R11, совершенно одинаковые корпуса, совершенно одинаковые кнопки, разъемы и тому подобное. Но чем же он различается? Он различается, естественно, звуком. Звук у него, конечно же, другой. Это ЦАП новинка Audio GD NFB 1138. Да, это ЦАП на самом-самом новейшем ЦАП-чипе ESS-9038. О нем много уже новостей, об этом именно ЦАП-чипе было. Я услышал его в числе первых и сделал сравнительный обзор, сравнительный анализ. И по прослушке мне очень и очень он понравился. Об этом чуть позже. Расскажу немного о внешности. Внешность у него совершенно одинакова с R2R11, 1128, 9028 и так далее. Вот такими вот ЦАПами. В нем есть, конечно, Amanera. Это лучший совместимый интерфейс USB для компьютера. И я считаю, это что самый лучший звуковой интерфейс, именно Amanera. Также у него есть цифровые настройки для самого ЦАП-чипа. Я не буду полностью рассказывать про сам ЦАП-чип, я не буду рассказывать про внешность данного аппарата. Об этом вы прочитаете на сайте Звукомания. Я много раз рассказывал об этом. Вообще, сам ЦАП-чип 9038 очень и очень интересен в плане качественного звука. Именно для живых инструментов это очень интересная штука. Я его тестировал на разной аппаратуре, и вот сейчас у меня появились электростатические колонки, причем две пары, довольно интересный звук, хай-эндовый, я смею заметить. И практически я на них тестировал данный ЦАП. ЦАП получился неплохой. Это, я бы сказал бы даже средний ЦАП с замахом на хай-энд. Да, именно с замахом на хай-энд получился ЦАП. Детальные высокие частоты, средние частоты, не такие, допустим, как в 9028. 9028 хорош сам по себе аппарат, я имею в виду NFB 9028, но 9038 переплевывает его в плане детальности высоких частот, в плане подачи средней частоты. Вокал особенно слышен на электростатических колонках более детально, более тепло, более лучше подача баса, более глубже он в низкие частоты опускается, еще ниже. Я бы сказал бы даже, это один из лучших ЦАПов 9038 средней категории C. Он очень интересен не только, допустим, под ламповик, он хороший под транзисторный аппарат,
не только в классе А, в классе АБ, и даже микроушный, если, естественно, у вас такой есть. Я себе такой оставлю. 9038 ЦАП очень интересен еще в том плане, что он 32-битный, он неплохо подает до практически мельчайших деталей. Это слышно, кстати, на электростатике. Обзор про электростатические колонки будет. Не переживайте, я расскажу, покажу, разжую, если это надо, что такое электростатика, но об этом позже. А ЦАП очень неплохой на электростатике, его слышно очень хорошо, прям до мелких деталей. Если сравнивать, допустим, его с 9028, опять же, либо с R2R11, он неплох. Допустим, R2R11, у него глубже бас. Вот в этом R2R11 хороший. Но 9038 более детальней, более теплее, более тоньше все воспроизводит, нежели, допустим, 9028. Да, уже устарел этот ЦАП, я ничего не скажу. Я имею в виду 9018 и 9028. 9038 хорош сам по себе. И если вы хотите какой-либо такой вот новый ЦАП себе купить, то выбирайте именно вот такой вот аппарат 9038. Выглядит он, конечно, не очень. Он такой простоватый по внешнему виду. Регулятор у него тут такой вот, ну, кстати, металл, полностью корпус металл, вот, разъемы очень такие шикарные, все выполнено на высоте. Кому-то ЦАПы NFB не нравятся, но они не могут не нравиться качеством звука. У них прекрасное соотношение качества, 9038 я имею в виду, даже 9028 с его 25-тысячерублевой ценовой стоимостью также интересен. Но тем, кто хочет купить хороший, новый, высокого качества ЦАП, средней ценовой политики, средней категории цен, я рекомендую 9038. Он неплох по соотношению цена-качество. Он может разгромить фирменные ЦАПы, у которых уже установлен 9038. Я имею в виду фирменные западные ЦАПы, у которых есть ЦАП-чип 9038. Если вы покупаете ЦАП на ЦАП-чипе 9038, я не рекомендую брать его с плохим питаловым. Я не рекомендую брать с плохой комплектухой. Это продается, как это делается на китайских сайтах AliExpress. Там просто тупо берется схема обычная, вставляются какие-то конденсаторы стандартные, вставляются трансформаторы, дешевые очень, и получается такой вот простейший звук. А реализации 9038 самого ЦАП-чипа нету, и получается, что у вас вроде бы хороший, да, ЦАП-чип, но когда его сравниваешь, допустим, вот именно 9038 и китайские аналоги, якобы построенные возле этого 9038 ЦАП-чипа, ЦАПы, внешние ЦАПы, то, естественно, они проигрывают. Я имею в виду в категории цен от 18 до там, 20 там, тысяч они точно проиграют, потому что трансформатор шумящий, конденсаторы, сама схема ужасно
недоработанная, и они не проверяют. В AudioGD я знаю, что проверяют, я как-то связывался с ними, у них все очень интересно построено, конвейер неплохо работает, вот, у них проверка имеется, но опять же рекомендую брать в России, не с самого Китая, потому что вы опять же платите за пересылку, вы платите, если вдруг что-то сломалось, вы опять же оплачиваете в Китай, а это очень дорого, это очень-очень дорого, я вам скажу. Если вдруг, ну, на моей, конечно, памяти такого не было, что вот AudioGD ломался, ну, мне писали клиенты, что было дело как-то, ну, не работало. Что-то там из комплектухи они отсылали, и очень и очень дорого в Китае отсылать. Лучше покупать у дилеров. Спросите меня, я вам все расскажу по нему, отвечу, где у кого покупать, у кого лучше. Вот. И сейчас уже есть подделки. Кстати, да, на 9038 NFB. 9038 подделки, Китай на Китае делает уже подделки. Да, это не тот звук, но опасайтесь. Так что пишите мне в контакт, я вам помогу найти именно тот оригинальный внешний ЦАП, я знаю, как у кого купить. Так что не бойтесь, пишите мне в контакт, и я вас направлю именно к тем людям, у которых есть оригинальные внешние ЦАП 9038, 9028, R2R11 и так далее. И вообще пишите по всем звуковым вопросам, я отвечу, помогу, расскажу. На этом с вами я прощаюсь. Ну, такой вот получился небольшой обзор по внешнему ЦАПу 9038. Позже я сделаю, напишу статью, где досконально расскажу про эти мелкие детали, которые отличают именно качество звука, допустим, от R2R11, 9028, 9018 и так далее, от ЦАП-чипы, именно AudioGD от 9038. А пока на этом с вами я прощаюсь. Удачи найти свой звук. Thank you.